назад, да, и пучок. Пучок, низкий, низкий пучок. Низкий, низкий. Во! Да у нас кожа, как персика, мы не показывали. А кто вам купил это дурацкое платье? Жюльет, мадам. Болван. У него же столько вкуса, сколько его папаши. Арман, дитя, взгляни. У этой крошки царственные плечи, она их не показывает. Только в юности могут быть такими глупышками. Жорж, шкатулку с драгоценностями. Конечно, дорогая мадам, конечно. А почему вы не носите драгоценности, вам все к лицу? Ну, у меня их просто нет, мадам. Ну, правильно, у меня их тоже не было в вашем возрасте. Но я скупала на рынке, понятно, что фальшивые, зато они у меня были. Нет. Жюльен не любит фальшивых драгоценностей. Не говорите мне про этого идиота. Я не понимаю, как вы смогли с ним прожить 2 года. Я вытерпела его папашу с трудом 2 месяца. И тот, кто является противником фальшивых драгоценностей, должен зарабатывать больше, чтобы купить настоящий. Арман, взгляни на эту маленькую. Ее просто узнать нельзя. Мамочка, вы фея. Арман, ты человек со вкусом. Со вкусом. Мой дорогой поэт. Да, наша дорогая мадам. Мой дорогой поэт. Так как вы все равно переделаете финал 5-го акта, да, я прошу вас ввести вот эту молитву. Всего 3-4 строчки. Я уверена, у нее прелестный голосок. Да. Да, да, с вашим талантом. Всего 3-4 строчки. Пусть она будет. Муза, которая приходит утешать Грита. О, это гениально, мне же нравится. Да нет, не надо! Что ж получается, мадам? Пускай и театр раскошеливается. Нет, нет, еще раз нет! Де Фурнет, вы червь и ничтожество. И будете делать то, что вам велят. Мой дорогой. Мадам, смею вам заметить, что я в некотором роде тоже совладелец театра. А все основные расходы что-то все время падают на меня. Вы прекрасно можете содержать свою невесту и без моей помощи. Все, а? Гнусность. Гнусность. Гнусное существо. Вы думаете только о деньгах, Де Фурнет. Передайте ему, что я не желаю его видеть. Мадам, мадам, есть 32 персонажа, 60 костюмов, да мы даже расходов не покроем. И ничего не можем, чтобы давать хотя бы одну строчку от того, что ваша невестка, видите ли, сидит без гроша. Де Фурнет, вы думаете только о деньгах. Это я каждый вечер выхожу на сцену. Это я выворачиваю всю себя ради вашего театра. А вы выворачиваете бесплатно? Я вам до земли поклонюсь. Бесплатно. Вы начинаете хамить, Де Фурнет. Все. Репетиции сегодня не будет. Но... У меня мигрень. Да, дорогая мадам, привет!